28 сентября 2021 года в учебном центре агрофирмы «Поиск» прошло рабочее совещание по реализации проекта импортозамещения семян овощных культур. Сегодня российские поля на 80% заняты импортными семенами. Агрохолдинг «Поиск» – автор идеи импортозамещения. Его основа – государственно-частное и научное партнерство. На рабочей встрече собрались представители Министерства сельского хозяйства, Министерства науки и высшего образования России. Мы ставим задачу, чтобы, реализовав этот проект, мы увеличили минимум в 2-2,5 раза посевные площади в России. В этом проекте задействовано 8 научных учреждений. С ними мы решаем проблемы, и сегодня будем обсуждать, как ускорить селекцию, как быстрее сделать сорта, и второй вопрос, как сделать их более конкурентоспособными. Уникальность проекта. Научные организации на селекционном материале агрофирмы «Поиск» решают конкретные вопросы. Они связаны с урожайностью и качеством получаемой продукции, устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям выращивания. Особую роль в решении устойчивости к карантинным болезням занимает Институт карантина растений. Реализация научной части проекта – конкретный вклад в решение государственной политики в этом направлении. В рамках реализации у нас проекта «Наука университета» созданы 35 селекционных семеноводческих, селекционно-питомниководческих центров, которые являются основой реализации вот как раз-таки доктрины продовольственной безопасности нашей страны. В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности страны. Согласно документу, минимальное значение для семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции – не менее 75%. Мы работаем с Мариэл Республикой, с Чувашией, с Астраханской областью и с Дагестаном. Директор Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов предложил расширить круг участников проекта. В этом году подключаем еще Республику Татарстан и Ростовскую область. Эти территории на плановой основе совместно с большим министерством, с министерством региональным, значит, будут задействованы в испытаниях и внедрении наших селекционных разработок. В отечественном овощеводстве продукция агрохолдинга «Поиск» занимает лидирующие позиции. Совместная работа компании с региональными министерствами сельского хозяйства позволит увеличить число посевных площадей, занятых российскими селекционными разработками. А в условиях давления импорта на рынок на первый план выходит повышение эффективности и конкурентоспособности отечественной селекции. В споре рождается истина, как говорится. Соответственно, это помогает нам сконцентрировать определенные болевые точки и дальше перенести это на площадку Министерства сельского хозяйства и уже на площадке Министерства обсудить эти вопросы, вынести на высший уровень. Долю отечественных овощных культур на российских полях планируют увеличить до 2030 года. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.